Сегодня будем готовить мой любимый салат «Обжорка». А ты что тут делаешь? Всем привет. Всем привет. Вы на канале Монах ТВ. Для данного рецепта нам потребуется 4 важных главных ингредиента. Это хороший кусок мяса, желательно вырезка, у меня здесь толстый край, ну, грамм 300-400. Маринованные огурцы, 3 штуки, будет достаточно. 2 небольших моркови и парочка луковиц. Лук, морковь и мясо нужно нам нарезать и по отдельности обжарить на растительном масле. Лук нарезаю четверть кольцами. На разогретую сковородку наливаю немного масла. И как оно нагреется, оно уже нагрелось. Обжариваю лук до золотистого цвета. Обжариваю на среднем нагреве. Далее морковь нарезаем на некрупные полоски. Так, конечно, нарезать не обязательно, можно натереть на крупной терке. Обжариваю морковь. Ну и нарезаю мясо тоже небольшими полосками и тоже обжарю. На самом деле можно, конечно, и кубиками. Но мне просто нравится, когда полосками мясо. Все. Обжариваю мясо до полной готовности. Мясо пожарилось, даем ему остыть полностью. Лук и морковь само собой тоже остыли уже. И сейчас нарежем, пока остывает, огурцы. Огурцы тоже нарезаю полосками. Можно также соленые. Но мне почему-то маринованные больше нравятся. Так вот отлично. Мясо остыло. Добавляем сюда овощи. Немного свежемолотого черного перца. Немного соли. Соль вообще по вкусу, потому что в огурцах соль. И будет майонез еще. В нем тоже есть соль. И пару ложек столовых майонеза. Хорошенько перемешиваем. Вот такая вкуснотища получается. Салат настоялся пару часиков в холодильнике. Можно дегустировать. А завтра будет еще вкуснее. Вик, тебе хлеб надо? Да. Ну что, пробуем наш вкусный салатик. Вика вообще первый раз пробует такой. Да, кстати. Очень интересный. А мой это мой любимый. Обожаю. Просто обожаю. Как тебе? Очень вкусно. Огонь, да? Да.
Мясо дополняет вкус. Мясо там, тем более, мясо обжаренное. Вообще там в классике вроде идет отваренное мясо, но я всегда обжариваю, потому что так намного вкуснее. Огонь. Угу. Вообще вкуснотища. Да. Жареный лук. Такой вкус придал. Здесь прям все идеально вот подходит. Угу. Очень вкусная штука. Балансируется все. Да. Ну а вы подписывайтесь на мои каналы. Будет много всего интересного. Всем приятного аппетита. Пока. Пока. Ha ha.